Всем привет! Вы на канале Magic Box. И сегодня мы с Милки будем открывать огромные самодельные стикерсы. В прошлый раз нам уже попались гусь и царапка. Вот такие они огромные по сравнению с настоящими. Откроем первый пакетик. Нам попался вот такой милый жабик с сердечками. Хотя мне кажется, что он похож на черепашку. Жабик обожает людей и готов дарить любовь каждому, кто приклеит его на себя. Главное, ближе к сердцу. Милки, тебе нравится? Милки, это тебе. А мы пока откроем следующий пакетик. И здесь нам попался поп-дог. Стикерс для любителей фильмов и мультиков. Он будет вашим надежным спутником на просмотре любимых кинокартин. Просто приклейте его к своим вещам и не забудьте про попкорн. Открываем дальше. Здесь нам попалась гуся. Она та самая подружка, которая всегда предлагает сделать фото. Она знает все тренды и снимает клипы. Возьмите ее с собой и двигайтесь к успеху. Кажется, Милки решил ее забрать. Пусть забирает, а мы продолжаем нашу распаковку. И нам попался стикерс Леон. Леон – повелитель зверей и стиля, здесь, чтобы добавить элегантности в ваш образ. Приклеивайте этот стикерс на вещи, чтобы сделать их заметными и стильными. Милки, это твой родственник. И еще один пакетик. Посмотрим, кто у нас здесь. О, это еще один родственник Милашика. Да, Ластик, это стикерс Гуд. Что бы ни происходило вокруг, знайте, у Гуда все хорошо. Поэтому не стесняйтесь клеить его на любые свои аксессуары или одежду для поднятия настроения. Милки, тебе приклеить? Сладких тебе снов, Милки, вместе со стикерсом.